Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FIFA сериала за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6. Особые условия, но об этом всем в первой серии, так что лучше переходите к ней, если вы не в курсе, что у нас тут происходит, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые спонсоры всей серии видят сразу. Огромное им спасибо за поддержку. Собственно, как и не менее любимым зрителям. Всем вам приятного продолжения просмотра. Ребят, а вопрос тут такой. Если мы в союзе ядерки, можете мне кидать? В смысле, ты в союзника не можешь кинуть ядерку? А тебе не предлагаю под конец нового. Ну это прикол, ну блин, взять такой мисклик, ну это говно какое-то. Я уже подумал, на меня кричат, уже испугался. Не, ну просто, смотрите, я атакую кавалерию, у меня... откладывается мой ход, соперник успевает и обстрелять город, и кавалерии в город отправиться. Ну, намного раньше грузится. Не, да это не в начале хода было. Не, в начале хода я захватил город. Я уже привык. У меня комп не настолько сильный, и поэтому... Спокойно. Я хожу последний, и мне этого достаточно. Блин, опять мисклик. Да что ты будешь делать? Атиня, ты слышал мое предложение? Что сделать? Мы оба первые в ядре. И... В смысле, предлагаю... вы оба первые в ядре? Вообще-то первая ядерка сейчас была во Франции. Вообще-то я кинул первую ядерку, да. Но вы первые в ядре. А, ничего себе. Доброе утро. Вау. Доброе утро, реально. Уже ядерка прилетела во француза. Ну, Гал такой, я первый. Ну все, ну что вы начинаете? Ну ошибся, с кем не бывает. Извинись. Извините меня, пожалуйста. Я бы не прощал. Все, мы тебя не прощаем. Гал, предложение. Дидоны предлагают тоже дружбу. Что скажешь? Опаливаться будем друг с другом. А потом кто быстрее жмякнет эти кнопочки. Предложение, Гал. Я не знаю, как тут разлить, честно. Ну вот, нам 10 ход, через 10 ходов мы не сможем уже принимать дружбу, да. Поэтому... Поэтому вот так. Ну давай, чё. Ну, Тим, пришла наша смертушка. Да, мне казалось, что она раньше... Ну, напоминаю, 10 ходов до атомной эпохи, когда мы не сможем вот это вот все. А, 10 ходов до атомной эпохи? Ну, когда через 10 ходов начнется атомная эпоха, когда вы не сможете эту дружбу принимать. Ну вот, я везде ядра заказал. А, ничего, здесь ходов будут? Чувак, аналогично. Я у тебя уже и почту проиллюстрировал. Да, я думаю, что будет. Ну, у тебя тихие какие-то воруют. Я не замечаю, нет времени на это отвлекаться. Дима был хорошим союзником. Знаешь, ты тоже был хорошим союзником. Но, видимо, время пришло. В гости отправиться ждет меня старинный друг. Он добрый и славный. Не, ну что получается, как там эта техника называется? Которая защищает, да?
делать. Танк. Блин, Финикика, ну ты ж не хочешь это перехватить у меня город, пока мы в Союзе? Атине. Какой город? Ну вот, Мачу. Да я его пограблю. А, ну грабить это всегда пожалуйста. Хочешь, чтобы я перехватил? Нет, наоборот, не хочу. А, ну если только не хочешь? Все, договорились, получается? Продуктовый рынок, пригород, космопорт 14 ходов. Так, вот этого мы купим, чтобы никому не доставалось. Смотри, что тебе надо, Кал. Ну, ускорение всех технологий информационной эры, это прикольно. А он тебе сейчас скинул с подлодки? Наверное. Судя по тому, что я не видел, откуда она прилетела, все-таки, наверное, с подлодки. В Мумбаи самое время сейчас храм построить. Лёша, а ты не хотел бы сделать дырочки этим в горах? Хотел бы, наверное. Наверное, как. А нам нужны, да? Я не умею делать дырки в чужих горах. Ну да, денег же больше, я же дорогу проложил. Ты сейчас увидишь, что все караваны будут сейчас не по воде, а по земле. А Сингапур еще живой? Нет, давно. My life, а что ты всю жизнь здесь? Да, его убили. Никто не сказал, что убили Сингапур. В смысле, никто не сказали? Его убил Инк давным-давно. Я вообще не помню, что про Сингапур говорили что-то. Нет, там бы говорили. Понимал? Никого не было в Сингапуре, и My life туда закинул послов сейчас. Они у меня там уже ходов, я не знаю, миллион, наверное. Ой, не знаю, миллион или нет, но у тебя не было, ни у кого не было послов в Сингапуре. Когда... Ты со мной помашнить не хочешь, правда? Да ладно, просто, ну типа, убери их и все, чего вы мошните? Я уже убрал. Ну это танк умер в этом городе. Тут надо сейчас вычистить, и можно будет купить еще... Блин. Минус Сэмэли. У тебя что-то или ты что-то? Я вроде ничего не делал, и ко мне ничего не прилетело. По чеку так побежден. Это правда. Будет стоить
По-моему, там 4000 стоит. А 6000. 3000 базовая стоимость. А кто сначала дошел до шахмат, скажи? Это отсылка к тому, что РСЗО надо теперь расставлять везде. ЗРК. А, да, ЗРК, прости. Мы выяснили, про что они не работают. Ну, хоть как-то. Да, вот это я, конечно, Сэмэли тут зря потерял. Ну ладно, сейчас в подлодке выйду. Как-нибудь уже разберусь. Блин, как эти люди играли? Почему? Подожди, а давайте ему кашки? Так сделаем. Что это за кек? Канадец предложение. Я бы хотел, чтобы канадец тоже в кого-нибудь кидал. Майлайф, ты мир предлагаешь, что ли? Да. Зачем? О, кому нужна война? Нормально ты там чихнул. Не-не, это я посмеялся. Простите. Два 550. А чё, тут стен нету? А тени около Мумбаи чуть вниз и влево капером походи, там подлодка должна быть. Ага, спасибо. Финики, предложение там рассмотри, пожалуйста, я выплыть не могу. Зачем туда заплывал? Это хороший вопрос. Наверное, так оставлю.
Леш, не сделай дырочку. Да вон я уже подвел, видишь, инженера. Блин, задрал, ты еще инженерами успеваю дырочки делать. Ты тоже хочешь? Тоже хочу быть таким же сильным и успевать. Канада предложение. Блин, вот не люблю захватывать слабых игроков. Ты приходишь, их захватываешь, а у них ни одной клетки не обработано, ничего не отстроено. Бежал. Я тебе там ответку кину. Да, тут, конечно, гал улетает. Пока. Всем спасибо за игру. Спасибо за игру. А кто это был? Это был Венгр. Венгр. А, это Венгр? Я думал, это Канада. Канада, покажи. Два хода. Если есть возможность. К себе вести. Кто построил венесанку? А тень? Понял. Что такое тень? Какой-то чел играет с нами иногда. Это непонятно занимает. Ох, канадец. Молодец. Закинул вторгу, который не существует, послов. И не может оттуда этот послов вытащить. Гениален. Я не понял сначала даже, почему так. Ну, это недоделанность игры. Не доработали. Ну как бы монополизируем наш. Это нет, ты задрот, ты заранее меточки на моей державе там сделаешь. Куда ядра кидать?
Или у тебя будет их так много, что ты просто будешь, так сказать, куда глаза глядят? Так. Подожди, вы какой-то сейф или я просто вернулся обратно? У меня вроде даже ничего... Нет, ты просто вернулся. Ничего не походило, прям все зашибись. Ну, мы таймер бесконечный поставили и все. Канада, предложение. Так, следующим ходом я под лодки. Это маленький континент, да? И вы на этом. Слушайте, а можешь мне уже линкоры тогда убирать? Не, у меня с разведкой в этой игре было очень все печально. Я был зажаться со всеми, и тут не пройти. Я думаю, что. Ну да, блин, они в ракетные крейсеры, да, пытаются. Я, чтобы понимал, собрал. Ракетный крейсер требует нефть. 10 послов. Засветила одну ГГшку, она мне засветила другие ГГшки. Так, мне надо бы ее как-то открыть для обработки. Я выдал карту при помощи ГГшек. Вот, пластмасса. Ну, эти не так же делают. Давайте в пластмассу дальше пойдем. Приезжает за линкой. Это же хорошая тактика. А кого там, кстати, затопило так хорошенько? Скорее всего, Канаду. Я вижу, что-то там притопило. Ну, блин, я смотрю на Лёшу, у Лёши тоже там нормально притопило. Не, у меня на самом деле только две клетки притопило. А, да? То есть это вообще поразительно, смотрите, какое у меня побережье, да, и на этом побережье только две клетки. Я поэтому и решил, что мне, наверное, плотины не надо. Я вижу побережье Дидона, и у него тут просто одни скалы. Рестлинг фронт. Блин, может сразу сейф грузанем? Так, покупаем подлодки. Смотри, какой национальный парк огромный и большой. Чтоб он назывался одинаково. Блин, а что тут? Кстати. Игли тут уменьшается. Так, хорошо, ракетные крейсеры. Где? Тоже хрен знает где. Просто думаю, убирать мне, расформировать линкоры. Как говорится, это же город целый один. У нее же нет стратресов, какой смысл? Лишний город.
кстати, Магнуса. Ну и очки. И он Джакарту его перенаправил. Давайте лучше в Джамби Магнуса. А Мокша в Тернате садится. Ну, предположим. А Амания все-таки в свой какой-нибудь город. Давайте в Бадунг. Просто видишь, Ляша, смотри. Вот сидит Вьетнам и сидит, допустим, Франция. Они бы дружили-дружили, а потом под конец у них был бы шанс выиграть по очкам, если бы один другого там съел бы. А так у них нету шанса выиграть. Потому что они не могут друг друга убить. Все у них есть. У них, во-первых, они могут захватывать и ГГшки. У Вьетнама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ГГшек имеется. Это, извини, как целая страна. Ну ладно, по факту. Да, целый игрок. Против этого оперировать мне нечем. Есть варианты. Да, вариант, чтобы этот считалась победа командная. Подскажите мне, где посмотреть, какие будут эти... Устремление эпохи. Знаешь? Ну, в интернете загугли. Что, в опять этого нет? Есть, кажется, я как-то смотрел. Есть, есть. Пиши устремление и ищи. Что, я один кто космопорт построил? А чё, я единственный космопорт, что ли, построил? Да. Больше никому не интересно на планету посмотреть? Интересно, но они долго строятся, поэтому ты первый успел. Сильный. Призов. Блин, может разобрать всё-таки? Ну, юниты всего минус 5, видите? В основном тут я энергию... Палю. О, у меня спутник запустился. У меня золота нифига нет. Я захватил два человека, и ни у кого нету из них ЦКшек. Ну и всю игру сижу без союза, опять же. А почему ты без союза? Потому что вверху братья засюзились, а я не мог сюзить ни одного из них, потому что если одного бы выносили, я бы второго бы сносил. А потом как-то уже не удалось. Мы уже обсудили все твои ошибки. Ну да, да, я согласен с ними. Или, блин, рабочих. Или вообще робота.
Майлайф, ты что сделку не понимаешь? Да, у нас тут прилетел. Куда? Я не понял, он не убивается, что ли? Кто? Кого ты считаешь? А так это робот. Там уже робот? Да. Да. Ты кинул две ядерки в моего робота. Ну, а что, ну я сейчас просто все ядра тебя в тебя зафигачу, видимо, тогда. Не, ну это такой, конечно, объектив. Ну конечно, блин, объектив взял, два ядра в робота просто кинул. Ну вообще с роботами так и нужно. Ощущение, что что-то бы изменилось, если бы я не сделал, ты бы точно так же кинул. Гал. Не, ну я сейчас, если я думал просто ядерки в кого кидать, то у тебя сейчас уже выбора нету. Ой, да, Лёш, поэтому ты ко мне приплыл. Гал, посмотри, Гал. Да, я сделал. Брат сделал. Блин, что-то Фенору, кажется, не стал убивать. Одни ядерки летают из одного Фенора. Вот она жизнь. Сидишь такой, подплываешь на морском курорте, ты же там морской курорт сделал из этого улучшения клетки, да? А на горизонте... А на горизонте ядерки, знаешь, что дым, все дым летают. Вот это курорт. Ну, плюс-плюс. Канада предложение. Там закончился ход. Вы не хотите сейф грузить, да? Рассинхрон есть на этот ход? Ну, был только что рассинхрон у меня. Ну, next ход получает. Ну, если рассинхрон, да, я предлагаю грузить. То есть на этот ход, по идее, не должно быть рассинхрона, и мы походим за сейвом и грузим. Кстати, во втором правительстве люди умные, вы всегда берете карточку на плюс 15 скидки, точнее минус 15, скидка за веру. А там не эта карточка. Там не эта карточка дается? Там не эта карточка дается. Там дается, сейчас скажу. Все, забей, я клоун. Там первая строчка дается. Я понял. Я до сих пор играл, я думал, что дается скидка 15 за веру. Подожди, ты сейчас... Только что убрал? Или ты когда ее вставил? Да нет, я просто, ну типа, у меня выпало так, что я забрал монархию, наследие монархии, и понял, что типа, ну оно мне нафиг не надо. Но она юзлесная, поэтому лучше выходить в какой-нибудь условный метод, в торговую республику, в теократию. Хотя теократия тоже параш. Лучше торговый тогда. То торговая тоже такая хрень карточка. А там первые и третьи хорошие, а вторые не так промежуточные. Так, Алёша, ты сейчас ходишь, да? Так, блин, а Тиньо, ты заставил все военные инженеры, что я не могу дырку сделать теперь. А ты видишь, какая красивая железная дорога? Да, ты, конечно, тут все зафигачил. Зовите дантиста, надо заделать дырки. Ну, поставь дырку там, где священка стоит, на плюс 3. Я хотел бы, куда меня так ведук входит в эту гору. Да не, я ж там подвел железку. То есть от священки... Так она идет через территорию Галла, ничего? Нет, слева. Вот над Бантеном там. Ну, правильно. Мне, чтобы теперь туда пойти, мне надо идти инженером через территорию Галла, вот туда обходить вот полностью вот так, или тут плыть. А так я тут поставлю, и будет уже... Нет, ты же влево просто двигаешь, одну клетку проходишь, и все, ты уже там. Нет? Ты имеешь в виду, что встать на священное место вот это? Да, и там сделать дырку внизу. А, окей. Мне нравится, какого этого забрал канадец. А, кстати, всех великих людей на
на производство для космического проекта забрал канадец. Все канадец получил. Я думаю, там у него шансов нету. Шансы были. Да нет, нет, камон. Там не ходите сразу, я лобби сделаю тогда. Так, канадец, тебе приходило от меня предложение в прошлый? Да, там висит предложение. Сейчас. Блин, кстати, за Индонезию прикольно. Затопило клетки, на их месте можно компонги поставить. И тот же выхлоп. Что-то странно. Провожу дороги, только у своего союзника слизь, где не проводят дороги. Так, ну я думаю, ядерок пока хватит. Давайте строители, чтобы нефть. А в прошлый раз шпион помер? Не знаю, ты мне это сказал, либо не мне. Ну кто у меня в ВАКа сидел? Может быть я, но я не слежу за ними. Кал, ты что творишь? Ты хочешь себя схватить? Кого? Так, нефть всех. тут. Брат, там тут где-то еще, у меня 4 нефти было. Как я тут могу всех захватить? Я не ГГшки. Так, здесь раз, два, три. Все-таки три? Что? Ладно, три так три. Или они пойдут нас убивать, а их голову? Я даже не знаю, как это, на это ответить. Сложный вопрос. Ну вот, начинается. Так, Маджапахит, Тернати. Давайте в Тернати. Знаешь, мне кажется, когда ты поедешь, они поедут. Тоже роботы. Там поглядят еще куда. Мне кажется, вы пытаетесь нас поссорить. Че, голландцы нас поссорили? Ну, не знаю. Я думаю, у них не получилось. А ты как думаешь? Я тоже думаю. Друзьяшки на века. Плюс-плюс. А валету убили? Нет. Внезапно я оказываюсь... В Венецию убили. Внезапно я оказываюсь ее сюзерен. А ты там проклацай, посмотри. А, ну Валете недолго жить. Так, похер, я главное успел купить. А, подождите, у нас Валетта была, это та самая Валетта? Та самая Валетта. Да. А-а-а. Которая 50 стоит, а не... Союзник, посмотрите. Не могу, ход закончил. Пока у меня закончился ход, тут у меня канадцы бомбят. Кстати, а почему истребитель? Почему он не апнут? Это одна из немногих игр, где я вижу значение практически алюминий 100. Ну ты видишь, я захватил, они меня поставили. Слушай, если ты меня захватишь, у тебя будет алюминий не 100, а 200. А есть шанс тебя захватить? Давай, нет. Тебя захватить. А если я попробую, не будет шансов? Нет, ну шансов может быть и будет. Интересно, как голосование. Так, а дипломатия? Атини, ну там 7 из 20 без шансов.
А там что-нибудь научные ГГшки вообще какие-то есть? Блин, где ГГшки-то? Женева просто не дает бонусов, потому что в войне. Митла быстрее, если есть кампус, растет город. Таруга. А, Таруга, круто. И кто? А, так он... У него союзник канадец. Ну, короче, я бы не запрещал культурные... Мы в самом низу. Часть свои поставил. Так, плюс 100 для научного государства. Поэтому они туда? Там красивые. Ой, вы видели, мать, я ж в себя 14 влил. Да. А зачем? Дима, ты провел бонус научный. Они ж там Женева не работает. Митла не работает. Кто там? Таруга не засоюжена. Блин, все в золотом веке, кроме меня. Че это Митла не работает? Ну, 15% к росту, вот сейчас это важно, да? Время подрасти. Самое время. Представляешь, о чем я сначала подумал, когда ты сказал. Ребят, спасибо за игру. Спасибо за игру. Взяли человека, убили. Не, ну... Я только так его мог захватывать. Чтобы не усложнять давайте-ка жизнь. Так сделаем. Какой-то человек. По факту. Не хочу фашизм. Я вижу, сколько там этих лодок подводных у этого. Страх. Блин, куда компьютер поотправлял? А военный инженер может ли со срубать? Геотермалки, наверное, нет. Вот это мне вообще не надо открывать. А, давай технологию скрытности попробуем. Так, сейчас понял, у меня есть один танк с четырьмя прокачками. С четырьмя левелами. Просто накачался на друзьях. Есть по лояльности отваливания минус один. Ну это один город всего лишь, и то минус один.
Это можно пережить. Все равно грустно, видите, эти могут слабых захватывать, а мне... То есть воевать с Финикией вначале это была бы упорка. Воевать с Галом, когда у него латники, упорка. И вот и что мне тут было делать? Может, нет, хочу я тут космопорт. Не. Жалко. Осуждаю. Кого и за что? Тебя за... Чё мне не хватает еды, я не понимаю. Блин, а тени у меня у самого в минус по содержанию. По углю? Да. Из-за линкоров. Так, угля много. Так я линкоров тут кучу наделал. Да мы все видели. Как-то вкус боли сейчас чувствовался. А там 4 или 3 линкора были. Сейчас выйду в эти в ракетные крейсеры, которые нефть требуют, и дам. Без нефти сидеть, да? Не, вот нефти как раз точно до хера. Эх. Как некрасиво. Я тут ради нас стараюсь. Дорогу прокладываю. Работаешь в поте лица, да? Да капец, ну жесть. Так я дырку сделал. Хорош. Это лучшее просто. Лишь бы дырки делать. Проковырял гору. Май вайф, а ты чё не дырявишь? А ты чё не дырявишь? У меня к тебе вопрос. Два дрона. Я думал, мы с тобой... Если могу, дроны... Подожди, я их открыл ли? Вроде должен был открыть. Не. А, есть, да. Покупаются ли они за веру? Нифига.
Че нафиг нужен? Так, давайте, наверное, апнем до пулеметной роты, чтобы просто она работала теперь. А так расформировываем. Ну, чтобы больше урон был. У меня много содержания сейчас на ядерные ракеты идет. Так, тут где-то содержание ядерных устройств. Видимо, так. Знаешь, мне сейчас что-то такое смутное сомнение, что сейчас что-то будет нехорошее. Ты, блин, такой маленький, конечно, по сравнению, как Финикия и Галлы все захватили. Таких брат, чтобы не обидно было. Что не обидно? Ну, засадить же скоро. Может, засадить на кондишн, да еще один закинь. А, слушай, а тебя сверху объезжают, сейчас сверху тебя будут. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество», для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!